художественной галереи Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. 4 июня открылась выставка оригинальной графики Сальвадора Дали «Божественная комедия». Иллюстрации к одноименному произведению Данте Алигьери. Экспозиция представляет собой полный цикл иллюстраций «Божественной комедии», созданных к празднованию 700-летия Данте Алигьери. Для создания такой ксилографии Сальвадору Дали и его помощникам понадобилось 7 лет и 3500 деревянных оттисков. Книга выпускалась в 1965 году, когда Данте исполнялось 700 лет. Ксилография – это такая графическая техника, очень сложная. И в Беларуси мне известен только один художник, который занимается ксилографией, причем эта ксилография черно-белая, не цветная. Под каждой работой название и несколько строк из комедии, которым отсылает иллюстрация Дали. Есть на выставке и титульный лист «Божественной комедии», на котором Сальвадор Дали в 1965 году оставил автограф и рисунок ангела шариковой ручкой. Это одна из самых любимых выставок у зрителей, очень пользующаяся популярностью. Здесь встречаются два гения – гений Сальвадора Дали и гений Данте. В общем-то, «Божественная комедия» – это книгу, которую в итальянских школах дети читают на протяжении целого года. В белорусских университетах итальянисты тоже читают на протяжении полугода, изучают эту книгу. Гравюры обладают цветом, максимально приближающим графику к живописи. С виду они скорее напоминают акварель. Но это сложная техника. За 7 лет гравюр с ассистентом вручную вырезали до 3500 досок. Дали контролировал процесс создания пластин, лично утверждая каждую. Данное собрание работ в полной мере не выставляется ни на одной постоянной экспозиции. И как многие говорят, ой, мы были в Испании, мы видели дом Сальвадора Дали, мы там все видели, но этого они там в той мере, как выставлено здесь, не могли увидеть. Эти работы чаще всего либо находятся кусочками у частных коллекционеров, либо лежат глубоко-глубоко в хранилищах крупнейших музеев и галерей мира. 100 оригинальных графических работ принадлежат итальянскому коллекционеру. Иллюстрации Дали «Божественной комедии» признаны лучшими произведениями художника в области книжной графики и лучшими иллюстрациями этой книги Данте. Любовь Савко, Сергей Залынский, Саммит Плюс ТВ.